Ничейная игра закономерна, если касается самой игры. Что касается в атаке, что не получилось в первую очередь. В первую очередь не получилось, это быстрое хождение мяча, разворота с фланга на фланг, где тройка опорных Витебска иногда успевала нас закрывать нас при разворотах и упирались одним флангом. Плюс ко всему Витебска очень была сильно насыщенная зона обороны. Они старались играть три центральных защитника, у них были, они все время были по створу. И нам не хватило, наверное, этих силовых передач с полуфланга и фланга. Фланг вообще тяжеловато, только пару раз вскрыли, и откуда хотели довести передачи, не получилось. А с полуфлангов были неподготовленные передачи, в том плане, что ребят просили работать с полуфлангов, а получалось, передачи уходили с флангов. Ну и качество их не было точно в руки вратарю, а хотелось, чтобы это было на ударе. Но в этом, наверное, нам не хватило, по игре именно не хватило для того, чтобы вскрыть, наверное. А что касается оборонительных действий, в обороне допустили ошибки за счет того, что знали, что два быстрых нападающих, которые нацелены все время на ворота. И вот в этих переходных, наверное, переходах из обороны, из атаки в оборону допустили ошибки, где соперник мог нас наказать.